сидишь на этом троне, ты чувствуешь всю мощь и необыкновенную энергию. И здесь сегодня будет фотографироваться очень много людей. Ты сидишь на троне, а ты чувствуешь себя королевой чего? Какие эмоции у тебя вызывают? Вот ты сейчас сидишь, и вот кто ты? Я королева, потому что я пришла на чертову дюжину, и я рада, что я сейчас здесь нахожусь. Ты чувствуешь что-то еще? Страх немножко, вдруг моя любимая группа не выиграет. Классного вечера тебе. Спасибо. Вы чувствуете себя королем чего? Я приехал из Екатеринбурга специально на этот концерт, потому что чувствую себя королем Урала. Шнура, Би-2. Должен быть какой-то бурлеск в этой семье. Как вы думаете, кто победит? Я думаю, что победит женщина, потому что сегодня мужской праздник. А можно вам задать вопрос? Ничего, фашисту нос? Ничего, фашисту нос, да. А что вы здесь делаете? Расскажите сегодня. Я пришла посмотреть на своего сына. Как зовут? Оля, меня зовут. Оля, а вас меня как? Зовут Гермес. Очень приятно. Очень взаимно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это мило. Может, вы нам песенку какую-нибудь любимую споете? А как тебе песенка любимая называется? Я хочу Кантоши. Кантоши хочешь? Да. Мы хотим Кантоши. Мы находимся на чартовой дюжине, и сегодня будут выступать титаны отечественной музыки. И мероприятие начинается.